вами Ольга Возовикова. Здравствуйте. О главных новостях этого дня прямо сейчас. В тайге потерялись 5 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет. Ведутся поиски. Сегодня состоялось открытие 18-й межрегиональной выставки-ярмарки «ТВА-Экспо-2017. Осень». Рубрика «Республика добра» продолжается. Кому на этот раз требуется ваша помощь? Об этих и других новостях подробнее прямо сейчас. 25 августа в половине третьего ночи в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже в Тандинском районе 5 детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые накануне из села Дурген самовольно ушли в лес для сбора кедровых шишек и не вернулись. На место незамедлительно была отправлена группа спасателей. Дополнительно в район поиска были привлечены специалисты Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС, кинологическая группа полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники. Сегодня в 11 часов стало известно, что все пропавшие дети нашлись. На поиски 5 пропавших детей в районе поселка Дурген Тандинского района была привлечена группировка более 200 человек и около 30 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и кинологические расчеты. Была обследована площадь около 30 квадратных километров. На данный момент дети обнаружены, медицинской помощи не нуждаются. Поисково-спасательные работы завершены, силы и средства возвращаются в пункты постоянной дислокации. К другим темам. Сегодня в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина стартовала 18-я межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «ТВА-Экспо-2017. Осень». Выставка продлится до 27 августа включительно. Свою продукцию выставили 70 представителей различных предприятий и организаций. Подробно об этом расскажет Диана Баянбагус. На осеннюю выставку-ярмарку ТВА-Экспо-2017 съехались компании и предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также республик Хакасия и Тува. Экспозиция нашей республики представлена из числа местных товаропроизводителей, преимущественно производящих школьные формы и продукты питания. Один из таких участников – гостиничный комплекс «Дурген». Вот такая идея была, чтобы сделать национальный продукт такой, чтобы вот… В принципе, во всех регионах как бы собственное производство есть, да. Ну вот когда вот приехал, тогда колбасное производство открылось. А вот у меня такая идея была, чтобы консервное производство, как бы это моя стезя. И с одной стороны, это как бы удобно, да, чтобы наше национальное мясо, да, это все упаковать в банки. И человек, который вот, захотел, да, мог себе приобрести. А вторым этапом это у нас пойдет традиционное это блюдо. Зихан будет в банке, да, вот и хан будет. Сейчас пока еще оформление документации происходит, но недели через две, наверное, уже официально тоже начнем продавать. Внимание членов комиссии привлекли тувинские сладости, сделанные из кисломолочных продуктов. В этом году много производителей из Улухемского района и Кызыла. Наш регион на ТВА-экспо представили более 20 предприятий. Учитывая то, что они отдалены, да, от Кызыла, то есть они фактически работают в формате интернет-магазина. То есть заказ по образцам, потом перечисляют им деньги, они присылают посылкой. Необходимо вот опыт вот нашей компании их тиражировать для других предприятий, предпринимателей. Допустим, то, что вот производит предприниматель из войлока, то сделает сами валянием, да, продукцию. Здесь же участники губернаторского проекта «Одно село, один продукт». Каждый из них уже уверенно занимает свою нишу по производству кисломолочной и мясной продукции, кожевенного сырья, а также предоставления различных видов услуг. Среди дебютантов выставки изделия из кожи Сергея Камангуша. В дальнейшем я хочу как бы немножко увеличить, чтобы в Тве было как бы наше собственное производство, что мы как сами могли делать. Хочу как бы нанять еще рабочих. Из Асаян есть представители отраслей строительства, ЖКХ, энергетики, IT-технологий и автосервиса. В последнее время среди тувинских коневодов большой популярностью пользуется компания «Агробиосервис». В республике Тыва очень популярно чипирование спортивных лошадей именно тувинской породы. Поэтому молодежь и люди, которые держат своих тувинских лошадей, они покупают вот эти микрочипы подкожные для того, чтобы идентифицировать свое животное. Что это животное породистое, оно прошло тесты, ее чипируют один раз и на всю жизнь остается этот чип под кожей. Участниками планируется подписание соглашения о сотрудничестве. Лучшие экспоненты будут отмечены дипломами и призами. Диана Баянбагус, РСХ «Волык», телекомпания «Новек».
Сотовые телефоны давно и прочно вошли в нашу жизнь. Они есть практически у каждого. Для нас это надежное средство для быстрой связи с близкими, знакомыми и друзьями. А для злоумышленников это легкая добыча. И зачастую граждане сами дают злоумышленникам шанс завладеть дорогостоящими аппаратами. Ведь большинство хищений сотовых телефонов происходит именно из-за невнимательности их владельцев. В последнее время увеличилось количество краж мобильников. Как уберечь свое имущество от преступных посягательств? Об этом говорим в рубрике «Гость в студии». Гость в студии сегодня – заместитель начальника специализированного следственного отдела Следственного управления МВД по Республике Тыва Елена Тимирова. С ней мы поговорим о кражах сотовых телефонов. Елена, здравствуйте. Добрый день, Ольга. Мы знаем, что кражи увеличились. Я думаю, начнем со статистики. Оперативная обстановка на территории республики характеризовалась увеличением количества зарегистрированных преступлений. Угу. Насколько увеличилось? В среднем где-то на 16% увеличилось. Это уже общее количество зарегистрированных преступлений, то есть независимо тяжкие преступления, особо тяжкие, средней тяжести, угу. которые подследственные органы предварительного следствия и органу дознания. Угу. А если брать именно по органу предварительного следствия, МВД по Республике Тыва, да. значит, у нас имеется рост всех возбужденных уголовных дел именно по преступлениям, связанным с тайным хищением чужого имущества, на 14%. Так, а именно с сотовыми телефонами и, если можно, то в цифрах? Да, если сотовые телефоны, то есть, получается, из числа возбужденных уголовных дел значительный рост отмечается именно по кражам сотовых телефонов. На 34,4% идет. А если брать по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, например, 2015 год, то у так. нас характеризуется увеличение вообще на 100% именно по кражам сотовых телефонов. И с чем это может быть связано? Это, конечно, в первую очередь связано с тем, что в настоящее время у нас технологии развиваются, очень много становится всяких разновидностей сотовых телефонов. И в последнее время у нас сотовые телефоны уже дороже, чем некоторые бытовые техники у нас пошли. Сотовые телефоны уже преобладают над компьютерной технологией. Уже в сотовых телефонах имеется все, поэтому люди появился очень... Появился интерес. Да, появился интерес к сотовым телефонам. И сотовые телефоны очень дорогие пошли в настоящее время. Люди покупают и своим несовершеннолетним детям, и своим детям-студентам, и сами тоже уже пользуются. Чем дороже телефон в настоящее время у нас, тем это особенно для подростков. Это очень, скажем так, для них круто. У меня вот такой вопрос. Угу. А в каком случае могут отказать в принятии заявления? Ну вот если человек действительно не уверен. В принятии заявления правоохранительные органы никогда не могут отказать. Мы принимаем угу. любое заявление. То есть обращение граждан у угу. нас в первую очередь. Угу. Тогда гражданину лучше сразу сказать, я не знаю, потерял я его или его да. украли. Да, лучше гражданину, когда он пишет заявление в правоохранительные органы, то ему сразу сказать, что я вот там-то оставил, телефон у меня дорогой, угу. и сразу же предупредить. Потому что у нас есть факты, когда люди действительно сами теряли сотовые телефоны, приходили и настаивали на том, что телефон был украден. То есть угу. они ссылались на то, что телефон действительно, да, в отношении имущества данного гражданина было совершено преступление. То есть факт хищения чужого имущества. 158-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы проводим проверки в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. То есть в случае, если выясняется, что человек сказал неправду... Если до возбуждения уголовного дела выясняется, что человек сказал неправду, отказывают в возбуждении уголовного дела. А если во время? А если, то есть следователь либо дознаватель возбуждает уголовное mm-hmm. дело по факту хищения чужого имущества, да? Тогда у меня вот такой вопрос. Заявление принято, человек честно сказал, что он не знает, украли или он оставил где-то. Вот в этом случае вы будете искать телефон или вы какие-то рекомендации дадите по самостоятельному поиску? Мы принимаем заявление и, соответственно, гражданин предоставляет нам документы на телефон, mm-hmm. и мы через e-mail в любом случае
Он у нас так будет на базе данных. Есть такое слово, конечно, да? Конечно, да, 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 в обязательном порядке. То есть мы работаем на граждан. Спасибо. Давайте еще раз напомним о мерах профилактики для того, чтобы таких случаев не было. Что необходимо сделать? Ну, я думаю, наверное, в первую очередь родители, покупая своим несовершеннолетним детям дорогой телефон, должны 100 раз подумать. Потому нужно что у нас, да, нужно ли ребенку такой дорогой телефон? Тем более многие родители данные телефоны, когда при предоставлении документов мы видим, что куплены они в кредит. Стоит ли переплачивать, покупать такой дорогой телефон несовершеннолетнему ребенку, зная, что это ребенок, что он может халатно или легкомысленно отнестись к своему имуществу? Не надо ходить на поводу своих детей. Также многие родители должны еще быть бдительны в плане того, что дорогой телефон что? Притягивает преступников. Ребенок стоит, например, с тем же с айфоном 7 по телефону разговаривает, идет по улице. Это не только внимание к телефону, да, это еще опасность для ребенка. Для ребенка, конечно. И поэтому, а чтобы легкая добыча, ребенок несовершеннолетний, маленький, с хорошим телефоном. А чтобы не отобрать телефон? Действительно, стоит подумать. Как защитить свои телефоны тем, кто уже достиг совершеннолетия, в маршрутках тех же, в торговых центрах? То же самое, девушки, молодые люди, парни, студенты, неважно, да, вот население наше, ну, надо, наше. И не только молодые люди, и люди в возрасте иногда очень легкомысленно вот сумочки свои держат. Открытыми. Открытый, а там телефон, кошелек. Ладно, жизнь, сотовый. Паспорт. Сотовый телефон, да. Так у нас же сейчас проблема какая? У нас же у всех мобильные банки. Сотовый телефон украл, все. Да. Банковский счет уже человек может, преступник располагать так, как хочет. Это не просто сотовый телефон, это уже дальнейшие последствия. Банковские счета. Тот же кошелек, кредитные карточки. Закрывать сумки. Закрывать сумки. Завязывать волосы, если девушка обладательница красивой шевелюры заходит в маршрутку. И сотовые телефоны не надо никогда. В маршрутку заходишь всегда в курточку, застежка. Подальше. Подальше, да. Рюкзачки, например, да, доступ имеют все, которые, вот ты отвернувшись, стоит твой рюкзак сзади, да, зачем? Сними рюкзак поближе к себе. Ты и свое имущество сбережешь. И от алчных глаз других лиц то же самое. У меня есть свой способ. Я, заходя в такие общественные места, думаю, где мой телефон, и как бы внимание направляю на это место. Да. Конечно, конечно. Слежу. И людям будет хорошо, и нам тоже работы поменьше будет. Спасибо большое. Спасибо за интересную беседу, за важные правила и рекомендации. А я с удовольствием напомню, что сегодня гостьей в студии была Елена Тимирова. Она является начальником специализированного следственного отдела Следственного управления МВД по Республике Тыва. Елена, до встречи. До свидания, Ольга. Далее на нашем канале короткая реклама. Не переключайтесь. Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж.
На протяжении нескольких лет в Кызыле ведет свою деятельность группа зоозащитников «Хатико». За все это время спасены десятки бездомных собак и кошек, и все это благодаря неравнодушию волонтеров и пожертвований. Не стоит забывать, что бездомными они стали в большинстве случаев по вине человека. Так не пора ли менять ситуацию? Ведь кроме нас помочь бездомным животным некому. Сегодня мы познакомим вас с Карлом, Масей и Нилом, которые выжили благодаря группе зоозащитников «Хатико». Бездомные животные не падают с небес. Это результат человеческой безответственности. По вине человека, который по каким-то причинам решил, что ему не нужны домашние питомцы, животные становятся пугливыми, а иногда и жестокими. Так и случилось с Нилом. Красивый кот черно-белого окраса из-за хозяйской прихоти мог оказаться на улице. От него просто решили избавиться. Хозяйка поставила ультиматум для зоозащитников: или они его забирают, либо он умрет на улице. Хозяева не убрали трубку. Потом они нам позвонили. Мы сказали то, что забирайте его. Один из кураторов поехал его забирать. Мы нашли его в ужасном состоянии. Он был истощенный, он был грязный. Сидел он у них то ли в гараже, то ли в кладовке в какой-то. Домой они его вообще не брали. При этом еще и кормили плохо. Ну вот мы его забрали, помыли. Он у нас уже опять отъелся. И стал вот таким он красавцем. Завести животное хотят практически все, но мало кто задумывается об уходе за ним. Некоторые считают, что собаки или кошки должны сами добывать себе корм и зачастую держат их в подвалах или гаражах. А когда они приносят приплод, выбрасывают или подкидывают их кому-нибудь, надеясь, что добрые люди их подберут. Попала она к нам, конечно, истощенная, как и все остальные. Но сейчас она уже ласковая, хорошенькая такая кошечка, ничем не болеющая. Об этом 5-килограммовом облаке счастья мы уже рассказывали. Его зовут Карл. Любитель обнимашек не всегда был таким ласковым. Карла нашли в очень плохом состоянии. Кот просто умирал от голода. А самое трудное было его выходить. Когда кошки долго голодают, после они не могут самостоятельно кушать, так как истощение влечет за собой большой букет заболеваний. Это шикарнейший огромный кот. Он очень ласковый, любит повисеть на шее. Как берешь его на руки, он сразу тянет лапы обниматься. То есть он может и шею зацеловать. Он очень спокойный кот, и сейчас он у нас занимает няньку. Он у нас нянчится с маленькими котятами. Для кого-то домашние питомцы – член семьи в буквальном смысле этого слова. А кому-то нужны в качестве охранников или мышеловов. И когда они стареют или заболевают, их выкидывают на улицу, как ненужную вещь. Животные, как и люди, нуждаются в ласке и любви. Так давайте же им будем дарить это. Ведь дальнейшая их жизнь зависит от всех нас. Чинчи Самбуга, РС Хавалык, телекомпания «Новый век». Лето – самое удачное время для приобретения роскошной шубки, ведь только летом предприниматели предлагают низкие цены на зимнюю одежду. Ярмарка шуб кировской меховой компании «Белка», которая располагается в спорткомплексе Ирыгина, предлагает кызылчанам изделия из мутона и норки по очень выгодным ценам. Пожалуй, очень низкая цена на шубы. Так заявляют в этом году производители меховых изделий компании «Белка». Чтобы разрушить стереотип о заоблачных ценах на меха, они готовы предоставить доказательства. Мутон – 9 тысяч рублей, норковая шуба – 57 тысяч. Такие выгодные предложения, как правило, могут дать только производители. Они же выпускают первые новинки предстоящих сезонов заблаговременно. А все шубы вы можете оценить не только с лицевой стороны, но и даже заглянуть под подклад. Имеется специальный карманчик, потрогать кожевую, то есть убедиться, что она очень плотная, что означает и говорит о том, что шуба будет очень ноской и очень теплой. Ну и помним, все шубы должны быть чипированы. В Кызыле с 26 по 29 августа можно купить шубу напрямую от производителя. Выставка кировской меховой компании «Белка» работает в спорткомплексе Ивана Ирыгина с 26 по 29 августа с 10 утра до 7 вечера. Большой ассортимент моделей шуб и головных уборов, действует рассрочка на длительный срок. С 26 по 29 августа в спорткомплексе имени Ивана Ирыгина «Интернациональная 3».
И о погоде. В течение суток 25 августа в Кызыле ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западного направления от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 12, плюс 14. Днем плюс 17, плюс 20. Это все, о чем мы успели вам рассказать. К этому часу эфир продолжит программа «Скажем, покажем». До встречи в эфире.